я считаю, что это весело, и я думаю, что у меня хорошо получается, поэтому и нравится. 15-летняя Сизимая рисует 7 лет. Юная художница особенно любит акварель. Этот рисунок она создала буквально за несколько часов. Здесь изображена ее любимая бабушка, у которой они любят собираться всей семьей. Другая работа девочки, посвященная счастливой кыргызской семье, стала одной из лучших на международном конкурсе юных художников в Бишкеке. На самом деле мне очень весело было рисовать этот рисунок. И на этот рисунок ушло полдня. Я не хотела рисовать что-то одно. Я сперва хотела нарисовать что-то одно, но мне хотелось передать, что у нас много традиций. На самом деле я тут изобразила свою бабушку. Она очень похожа на мою бабушку. И она похожа на меня, я думаю. В Национальном музее изобразительных искусств в Бишкеке состоялась церемония вручения призов победителям международного конкурса детских рисунков и выставка детских работ. Выставка, она проходит по итогам международного конкурса детского рисунка «Путешествие в мир традиций». Мы считаем, что это очень важная тема на сегодняшний день, потому что только народ, который знает свои традиции, который соблюдает их, знает историю, культуру, этот народ, наверное, сохранит свою идентичность и сохранит свою родину. Кроме укрепления культурных связей между детьми разных народов, также важно развитие творческих способностей у детей. Это основная цель конкурса. 104 работы признаны самыми лучшими, и их авторы получили призы. А это мероприятие протяжении 20 с лишним лет. Министерство образования проводит среди международных разных стран, присутствует с 8 до 13-14 летнего возраста дети участвуют на этих конкурсах. Ежегодно этот конкурс проводится Министерством образования. В выставке приняли участие юные художники из более чем 10 стран. Кроме вручения подарков и дипломов, для них подготовили развлекательную программу, в том числе мастер-класс по гончарному искусству. Традиционно Международный день защиты детей отметили на центральной площади Алатау в Бишкеке. Сегодня здесь проходят праздничные гуляния с большим размахом. Детям раздают бесплатное мороженое и сладости. Бакыл Кулчуманов, Ахыл Уламбек Улу, СТВ, Бишкек, Кыргызстан.